Посмотрите, какая красота. Розовые оттенки просто какие-то волшебные. Нежность такая. Хотя, если их писать красками масляными, это будет, конечно, тоже столько нюансов, столько переходов можно сделать. Вот еще одна роза тоже прямо вот. Ой, как у нее внутри спиралька. Прямо красота. И каждый лепесток еще оттеняется. И еще одна прелесть тоже розовая. Посмотрите, какие разные переходы. Можно там увидеть даже теплые розовые, коричневатые, сиреневые. Ну, наверное, любую женщину цветы всегда просто вдохновляют на что-то такое возвышенное. А мы будем буквально скоро совсем на серии «Магия розового» учиться все это передавать на разных сюжетах. И вот еще, смотрите, в таких пастельных каких-то кремовых оттенках, но тоже в розовую сторону. А на фоне зелени это всегда смотрится особенно притягательно. А если картина больших размеров, то она уже так украшает интерьер. Если это гиперреалистично, так сделать со всеми переходами нежными. Только представьте, как будут удивлены любые гости, заходя в ваш дом, если увидят такую картину, вот так вот прямо, вот такого огромного формата, и чтобы вот на полностью на холст занимала роза или пион, а может быть сакура. Красота!